Головне управління ДСНС України у Донецькій області закликає вас дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на водних об'єктах. Щоб ваш відпочинок був безпечним та приніс лише позитивні емоції, дотримуйтесь елементарних правил безпеки. Будьте відповідальними та не ризикуйте життям заради розваг. Очень нужно и детям, и взрослым, потому что многие взрослые тоже не умеют себя вести на воде, и не только на воде. Поэтому вот сегодняшнее ваше мероприятие очень актуально для всех возрастов, для детей, конечно же, особенно. Ярко было сегодня, интересно, детям запомнилось, взрослым тоже. Все понравилось, интересные вопросы, викторины, желательно еще квесты, конечно. Ну, то есть в такой игровой форме запоминается намного лучше, чем просто вот нотации, лекции. Спасибо вам за хорошее мероприятие, побольше таких. Ну, хорошо запомнился фонтанчик вот этот вот.
обучение. Ну, я вспомнила то, что меня учили в школе, и говорили родители, как правильно вести себя на воде и прочим. Ну, как правильно спасать человека в воде, тоже знала, но все-таки повторение и мать учения. Спасибо спасателям. Да, очень полезно, я считаю, проводить такие обучающие мероприятия для детей. У меня у самой двое детей, и для них будет полезно правила поведения на воде и, ну и в принципе, много полезного про оборудование. Вот мальчишке моему было очень интересно. Спасателям отдельное спасибо. Очень важная, ответственная профессия. Полезная и необходимая и нужная. Огромнейшее спасибо. Когда был душ такой, мне понравилось очень сильно. Спасибо. Спасателям спасибо. Приезжайте еще. Через день.